Уже опаздывать начинаем. Или нет, как думаешь? Успеем? Да, тоже все. Едем, едем, едем. Мы поехали к зубному. Страшно ли это? Я побаиваюсь чуть-чуть. Мы очень сильно опаздываем. По-моему, сюда. Нет, сюда. Тут один вход, и туда, и туда. Очень сильно опаздываем. На 20 минут опоздали. И Лизе нехорошо, потому что мы ехали как сумасшедшие. 5 км в час. Слушай, это реально смешно звучит. Ехали как сумасшедшие, 5 км в час. Да я думаю. А вы не в курсе стоматологии? На каком этаже? Травматология. Стоматология. Не знаю. Да, по-моему, на втором. Это ж хирург. Надеемся, что до хирурга не дойдет. Пойдем. А вы не подскажете стоматологии? На каком этаже? На пятом. Давай. На пятом. Выше идем. Да, мы знаем. Мы приехали в стоматологию, я тут один сижу теперь, еще никого нет. Видимо, у всех здоровые зубы. А вы как обычно врача ждете? Сегодня надо печать поставить внизу. Ага. Все. Все, со справкой теперь? Да. А где нам? Вот здесь, наверное, давай здесь войдем или нет? Делонги. Групп. Может, как домой, да? Третий раз. Да что ты? Домой третий раз приходишь. Новостройка, как будто пришли. Это очень красиво. Сосна, да, красиво. Все курят, что ж такое? Все будет круто, весело, задорно, потому что у вас народу много. Блюд готовить не надо на 100 человек, как вы уже привыкли. Да? Которые можно... Ребят, мы можем делать большое какое-то крутой конкурс кулинарный. Подачу или еще что-нибудь специю изящную. Ну, видимо, да. Видимо, да. Друзья, сейчас мы готовим в течение 40 минут. После того, как я дам отмашку, скажу «поехали», вы начинаете готовить, пока что ничего не готовим. Все готовят. Сейчас это первый конкурс, да? Ну, я потом исправлю. Тут-то, да, так нормально. У меня тоже правда. Очень голодный. Дегустация блюд «Перекрестка». Фитнес. Фитнес-меню. Фитнес-меню где? Красная икра. Где побольше майонез? А сейчас начинается самое страшное и ответственное. Сейчас будут ставить оценки и объявлять первых победителей. Вон они уже идут. Мы все попробовали, но мы не можем повлиять. Как не все? Гробиком? Он бы выиграл. Скажи, пожалуйста, ребят, почему ты грустная была? Все очень переживают. Когда из? Ну вот то, что ты грустная периодически. Я сказал, что у тебя голова болит сейчас. С мужем ей не повезло, поэтому все в порядке у нас. Я просто специально выбираю момент, когда Лиз грустная, чтобы я был еще как будто бы веселее. Я просто была голодная. Сейчас поела, и все хорошо. А, кстати. О, слушай, я и снимаю все время, когда мы голодные. А когда не голодные, уже не снимаю. Нашел себе стедикам? Да, смотри, классно вообще.
Скажу вам честно, был организован один приз самому яркому человеку. Самому яркому. Ведущему, да? Внимание не обращаюсь, потому что настолько все классно, столько ауа хорошего, да. Столько людей доброжелательные, да, глаза не рады меня видеть. Как настроение? Там проще, ты опять спрашиваешь, когда я голодна. Что? Да, я тебе... Да. Целый день с утра. Вот, ребят, ответ, если у Лизы нет улыбки на лице, значит, она голодная. Я пытался в нее пирожок пихнуть. Знаете, где он теперь? Знаете, где он, этот пирожок? В Никите. Пап, знаете, где пирожок? Дайте я вам позвоню. Это зуб, я не ответила, ты, алло. И ты слишком больно мне воткнул. Слушайте, я вам вчера звонил. Алло, я вас не слышу. Почему мне не отвечали? Бактериальные пальцы. Алло? Да что ты, у тебя пальцы деревянные. Я тебе так делаю, тебе больно? Мне очень неприятно. Вот так. Ну, делаю. Давай мне покажи. Вот так. Алиса! Мелофон! Алиса, наверное, занимается делом. Догнать диджей, это он забыл. Надо это примотать к колонке, которую наставил. Имя какое-то, Фарид или как-то? Фарид? Фарук. Фарук. Кто? Не, имя Фарук. Фарук, если Фарук. Принцесса Фарук. Принцесса Фарук, да. А когда разойдется, ругается как торговка. Посмотрите, посмотрите. Ну что, пойдем. Сергей, вы готовы? Если бы у меня был фотоаппарат, я также бы с ним ходил. Я ничего. Я ничего не снимаю. Вот и все, мы покидаем Делонги. Поснимали. Поржали чуть-чуть. Отлично, в общем, время провели. И сейчас, наверное, без пробок доедем. У вас планы на ночь. Не бережу тебя себя, Алиса. У вас, наверное, и на ночь планы есть. Прекрасным окончанием дня. Закончилось. Закончилось. Все. В общем, день был длинный, тяжелый, но завершился очень приятно. Мы отмечаем 50 тысяч подписчиков рукавичек тем, что устанавливаем супер агрегат на кухне, которую нам предоставила компания Kenwood. Вообще фантастика. Вот деле. Какая штука у нас просто есть мечта. Теперь. Просто мечта хозяйки. Хозяйки. Ты хозяйка? Ну, придется хозяйкой быть. Вообще. Я Ken. В шоке. Это... Тебе надо, что машину новую купить. Как автомобиль, он тяжелый. Я не смогу переставлять. Сейчас я тебе поставлю его, и мы будем разбираться с этой штукой. Я предлагаю дать имя сразу. Кенни. Матильда. Кенни. Эсмеральда. Хоть кому-то имя Эсмеральда дать? Лопатки. Ты-ды-ды-дыщ. Вообще. Мы теперь можем вообще все, что хочешь, готовить. Как это, Rolls-Royce, значок. Особенно ты. Можно, да, на тачку приделать впереди. Есть. Миша, убери тут свою морду. Чувствуем мы завтра что-нибудь. А, слушай, это, наверное, подставка-то горячая, да? Ну, скорее всего. Чувствую... Голубцы завтра. Голубцы и эклерчики будут скоро. Эклеры. Рецепт эклеров будем снимать. Давай, кстати, попробуем. Чего попробуем? Эклеры сделал? Давай сделаем. Я думаю, что никто не откажется эклеры посмотреть, вкусный рецепт. Сходили вниз в магазин, бананы купили, молоко. Интонация можешь нам? Ты вот как-то сам разговариваешь. Клубнику купили. Я купил бананы. Я купил клубнику. Дикси. Лиза вчера купила вот такие вот штучки во вкусвилле. Попробовать. Это бурек со шпинатом и сыром. Завтра на завтрак съедим и расскажем, как это было.
Так, что делаем? Что правильно почистил банан. Давай, ты сможешь. Еще я хочу туда добавить... Чего? Льняных отрубей. О, льняные отруби. Ну я тебе просто покажу, значит, вот это просто кружочек покрутит, это пульс, а вот эту вот скорость прям выбираешь себе. Так что сначала? Ну, колесо выкручивай на скорость, которая тебе нужна, и все. А какая из них? Ну, ну направо крути. Направо. Можно налево. Потому что если ты в другую сторону, она будет по-другому крутить. А, это таймер. Это ты надо поставил, она сейчас сама выключится. Ну вот, таймер. Это вот минута. Одна, две. Круть вообще. А это не таймер, это скорость. Смотри. Один. Ошибка 4. А, это вообще вот это крутится тоже. Почему? Почему? А не все, мотор-то один. Почему ошибка 4? Не знаю. Это индукция, это горячая, видишь, наверное. Надо прочитать. Ну, давай. Точно, да, это индукция. Все, значит, вот так. Вот ты крутишь, скорость добавляется. А она автоматически, видишь? Вообще круто. Например, если я знаю, что я банан есть не буду в ближайшие дни. И чтобы он не пропал. Чтобы не пропал банан в ближайшие дни. Можно сразу взять пакетик. Не обязательно с этим защелкой, можно обычный. Накидать какое-то количество оставшейся клубники тоже, чтобы не хранить в драном пакете. А банан почистить надо, да? Конечно. То есть мы сейчас вот в этот пакет кладем. Ну, ты кладешь, я снимаю, и получается, что мы вместе участвуем в этом процессе. Да, еще раз вскрываешь банан. Да, хорошо. А знаешь, что сейчас фокус сам настроился на пипку почему-то и следит за ней теперь. Вот, значит, сюда добавляется банан, и все это в морозилку. Можно швякать пакетом, шмякать. Можно еще сюда, допустим, нарезать яблоко сразу или грушу. И потом вот так пришел с работы или на завтрак. Фигак, у тебя готовый набор для смузи, называется только добавь молоко. Или воды. Да, или воды, или сок любимый, или чай травяной, или йогурт, или кефир. Так вот наделать сразу порции перед каким-нибудь праздником. Ребят, хотите неделю, вот. Неделю смузи? И можно выкинуть этот позор, этот пакет. Никто не знает, что клубника здесь. Ребят, а сейчас я еду на теннис. Да, я играю в большой теннис. Да. Давно. Но на самом деле, последний раз я играл в теннис 15 лет назад. И сейчас восстанавливаюсь, решил, что нужно ходить опять и как-то надо заниматься спортом. Вот, поэтому по понедельникам вечером в 9:30 я хожу играть в теннис. Все. На этом влог, наверное, заканчивается. На теннисе я, наверное, не буду ничего снимать уже. Ну, может, только чуть-чуть. Ладно, всем хорошего дня. Пока.